модель Special Hobby, артикул SH72337, A20BC, Бостон с УТК-1 турелью. Это русский вариант ленд-лизовского самолета, американского, ожидаемый российскими моделистами. Собственно, вы сможете сейчас посмотреть, что там в коробочке лежит, и заказать его, так сказать, пока он производится. Одно время, насколько я помню, выпускался он под брендом MPM. Сейчас выпускаются под брендом SNK. Видим, что внутри детали, многие из них не используются, крестиками зачеркнуты. Входит фототравление, детали из смолы. Ну и, собственно, вот дальше смотрим, как модель собирать. Ну и вот, как вы можете его окрасить. Так, да, вот то, что я говорил про MPM. Вот видите, вот такой вариант есть. И даже могу сказать, что вот сейчас так совпало, что выпускаются оба варианта, и я вам их покажу. Покажу оба. Соседний ролик будет как раз про вариант от MPM. Но думаю, что вы легко сможете сравнить обе модели и убедитесь, что, в общем-то, так сказать, поскольку обе фирмы входят в один и тот же концерн, что они, по сути, обмениваются большинством деталей, и, соответственно, многие элитники будут одинаковые, я уверен. Но это мое мнение, я не видел еще, но думаю, что так и будет. Такая вот декаль, вот отравление. Ну и дальше. Давайте буду каждый литник отдельно показывать. Так, остекление. В виде носовых части две, то бишь два варианта. Можно будет использовать. Детали очень прозрачные. Честно говоря, не хочу их вынимать из пакета, чтобы не было риска повреждений и царапин. Поэтому вот так вот показываю. Для того, чтобы более-менее понять, что вы получите, если приобретете модель, вам этого будет достаточно. Но кто хочет вблизи посмотреть, я думаю, где-нибудь на специализированных форумах наверняка есть очень подробные фотографии. Вот такой, да, литничек мы имеем. Следующий. Крылышки. Ну и финальный. Литник. Сейчас будем с вами смотреть. Я почему-то не нашел детали. А, детали смолы же вам показывал, да.
Вот такая модель. Соответственно, если вы хотите ее заказать, в ссылочке в описании к ролику есть ссылочка на эту модель. Если она будет на этот момент выпускаться, вы сможете по этой ссылочке пройти и ее заказать в нашем интернет-магазине skillfm.ru. До новых встреч, до новых роликов, друзья!